почему вот Ленину удалось с кучкой людей, там же было несколько сот человек, сломить многомиллионную империю? Да. Так как вот я вот... Накопились противоречия, накопилась неудовлетворенность. Потому что сейчас вот мы едем, посмотрите, какие пространства огромные. До сих пор мы не смогли использовать эту территорию. Ведь все должны были бы жить в хуторах. Отдельный хутор, 5-6 семей. Большой, рубленый двухэтажный дом. Как и были эти кулаки, появились. Кулак — это крепкий хозяин. Но все в их руках. Лошади, свиньи, скотина, коровы, козы. Молоко есть, полный амбар зерна. Там лошади подкованы, сундуки полные одежды. 5-6 сыновей, крепкие парни, дочери. Дочерей выдал замуж. Казацкие... Это же было. И дальше нужно было так и делать. А большевики сделали ставку на общину. То есть часть крестьян жили общиной. Столыпин понимал это. И он силой разрушал общину, силой. Понимая, что община — это лень.